то у вас немножечко меняются сами опции по кнопочке «Еще опции». Здесь можно поставить галочку «Защитить сохранение паролем». В этом случае вы будете играть с паролем. По вот этой кнопочке вы можете видеть, какой пароль вы ввели. Можно вообще случайно сгенерировать. Его будет крайне тяжело взломать. Можете писать вручную какой-то пароль. Тут уж как вы сами придумаете.